Партнер показа «Работа Тутбай» – сайт по поиску работы и подбору персонала. Исторически сложилось так, что в декретный отпуск идет женщина, а мужчина заботится о финансовом благосостоянии семьи. Однако в последнее время общество склонно пересматривать свое отношение к этому вопросу. По результатам опроса, проведенного исследовательским центром «Работа Тутбай», среди 621 респондента более 76% уверены в том, что это норма, когда в декретный отпуск идет мужчина, если для семьи с финансовой точки зрения это гораздо более выгодно. И лишь каждый пятый респондент уверен в том, что в декретном отпуске лучше, чтобы находилась женщина, особенно в первые годы жизни ребенка. Даже находясь в декретном отпуске, более 46% опрошенных женщин продолжают трудовую деятельность. Они работают фрилансерами, пытаются монетизировать хобби, берут на себя часть обязанностей семейного бизнеса или удаленно выполняют задачи своего работодателя. Более трети опрошенных женщин выходят на работу, не дожидаясь окончания декретного отпуска. Связано это в первую очередь с тем, что женщины хотят увеличить свой вклад в финансовое благосостояние семьи, об этом говорят 75,3%, а также с желанием строить карьеру 12%. И на третьем месте это страх потерять квалификацию, об этом говорят 7% женщин. Однако по возвращению в рабочий процесс большинство женщин испытывают трудности. Это связано со сложностью совмещать работу и воспитание ребенка, со снижением уровня квалификации, либо с произошедшими изменениями в компании.